Теоретический урок об ударе слева двумя руками. Мастер спорта международного класса, двукратный чемпион России Андрей Меринов делится своими знаниями. Также в фильме тренер Сергей Подоляк. Вика Кулеш, кандидат в мастера спорта. Есть несколько вариантов удара слева двумя руками. В данном случае будет разобран один из них. Каждая фаза удара будет подробно и понятно освещена. Мы стремимся учить самой прогрессивной техники, адаптированной к высоким скоростям. Поэтому этот фильм прежде всего для тех, кто стремится к вершинам тенниса. Прежде чем выпустить этот фильм, мы обработали огромное количество современного видеоматериала. Приобретайте его на сайте tennislessons.ru и учитесь.